Okay, so we're at the point when the Sadducees, the Pharisees, and whatever other seas were coming up. Так, мы подошли к тому моменту, где собрались Саддукеи, Фарисеи. The temple guards. Охрана храма. Bursting in on this meeting. И все они собрались в одном собрании, и там происходит вот такое. In Acts chapter 4, verse 2. Кипиш. И дальше мы смотрим, идем второй стих. Okay, very annoyed that they were teaching the people the doctrine of resurrection from the dead and offering Yeshua as proof. И второй стих 4 главы, что досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Okay, I think you can imagine that the Sadducees were not very happy with all of this situation. Я могу себе представить, что Саддукеи, они не были, мягко говоря, довольными тем, что происходило там. And one of the reasons that they were indignant or annoyed. И одной из причин, почему им это надоедало, или что их, что их беспокоило. Yeah, it's because the apostles were teaching the people. Это было то, что апостолы, они учили людей, и это их беспокоило. Okay, as far as they were concerned, they were not qualified to teach on spiritual matters. И самое интересное, что апостолы, они не были обучены других людей обучать. Yeah, the accusation was made not here, but later, that they were unschooled Galileans. И Саддукеи их обвиняли в том, что они были не обученными, не прошедшими школу в Галилее и Геннами. And as far as they were concerned, the apostles were certainly not authorized to teach in the temple compound. И если так взять, то апостолы, они не были уполномочены, чтобы учить кого-то в храме. The second point was, of course, that they were teaching that Yeshua was raised from the dead. Также еще один момент, который раздражал их очень сильно, это то, что они учили о том, что Иисус воскрес из мертвых. Okay, this created great problems for the Sadducees. Это создало огромнейшие проблемы для Саддукеев. Это создавало огромнейшие проблемы. First problem was the teaching on the resurrection. Первая проблема заключалась в самом учении о воскресении. The Sadducees denied any possibility of any resurrection. Саддукеи отвергали любую возможность воскрешения из мертвых. Okay. It troubled. Secondly, it troubled them when the apostles proclaimed the resurrection of Yeshua. Во-вторых, их именно еще беспокоило и раздражало именно, что апостолы провозглашали воскрешение Иешуа. From the very beginning, the Sadducees had rejected that Yeshua could be the Messiah, and they also helped to get him crucified. С самого начала Саддукеи не приняли Иешуа как Мессию и также участвовали или помогали в распятии Иешуа. So at this point, the temple guards were told to arrest them. И поэтому они сказали стражам храма, чтобы стражи храма арестовали апостолов. In verse 3. И это мы читаем в третьем стихе. The apostles were arrested, but because it was evening. И задержали апостолов, но из-за того, что уже был вечер. It says that they were put into custody overnight. Сказано, что их заключили под стражу на ночь. This is probably somewhere on the temple compound. Я думаю, что эта стража находилась где-то во дворе храма. Okay. Где-то. Now officially, the high priests and the Sadducees. Первосвященники Саддукеи not hold court, не могли производить суд. Could not do judgment during in the evening or during the night. Не могли вечером или ночью принимать какие-либо решения. Okay, they broke this rule in the case of Yeshua. Когда мы читаем о Иешуа, то там было нарушено это правило. The trial took place at night. Потому что его задержали ночью. And there was some protest even amongst the
high priest or the Sanhedrin, I should say, about that. И нам известно, что даже среди Синедриона был некий протест об этом, о том, что это произошло ночью. Okay, what were the results of Peter's sermon? Итак, возвращаемся. Какие были результаты проповеди Петра? In Acts chapter 4, verse 4, в 4 главе Деяния, в 4 стихе, it says, many of those who heard the message, сказано, что многие из тех, кто услышали послание, они уверовали. It says the number of men alone was about 5,000. И сказано, что только мужчин было 5,000. Okay, the Greek word for men used here does not mean mankind, but males. Греческое слово, которое здесь использовано, означает не людей в целом, но именно мужчин. In contrast to females. Противовес. So it's clear from the text that 5,000 men who believe as a result of Peter's. Итак, мы видим, что было 5,000 мужчин уверовавших. This does not count the women who were probably listening. Еще не учитывая женщин, которые скорее всего также слушали. And as a result, came to believe in the Messiah. И также по всему видимому в результате пришли к вере в Иешуа. So we see twice that as Peter has spoken to the people. Итак, мы видим дважды, как Петр говорил к народу. There comes a vast number of people. И приходит большое, огромное количество людей к вере. So we have at least 8,000 people now who are messianic, if you like. Так можно посчитать. У нас хотя бы, самое меньше получается 8,000 уверовавших человек, которые, если хотите, как можно назвать их мессианскими. Sometimes we read over these things верующими. And we don't realize, hey. Иногда мы прочитываем эти места и не осознаем. That's a lot of people. Ого, это же большое количество людей. The first church numbered at least 8,000 men. Итак, получается, что первая церковь хотя бы насчитывала хотя бы 8,000 всего лишь мужчин. That time they weren't counting in the women, so. В те времена еще не учитывали женщин, поэтому мы не знаем, сколько, насколько большая была эта церковь в то время. Was it during the time of Shavuot? During the time of Shavuot and shortly afterwards, this would have been, this second message would have been sometime after Shavuot, but probably not very long. Это было во время Шавуота и немного позже, но не большое количество времени прошло после Шавуота. К сожалению, мы из Писания не можем именно четко увидеть временную схему, когда именно точно это было. Okay. Okay. Then we come to the examination of the apostles. И потом мы подходим к. By the Sanhedrin. Когда первосвященники начали их опрашивать. Yeah. Okay, it's the questioning, if you like. Of the apostles. Допрос, да, был допрос. Acts chapter 4, verses 5 to 7. The next day, the people's rulers, elders, and Torah teachers assembled in Jerusalem, along with the Anan, the Kohen, Hagadol, Caiapha, Yohanan, Alexander, and the other men from the family of the Kohen, Hagadol. They had the emissaries stand before them and ask, by what power or in what name did you do this? 4 глава Деяний, с 5 по 7 стих. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и поставивши их посреди, спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это? Okay, verse 5 records then the convening of the Sanhedrin, bringing together. И в пятом стихе мы видим
то, что собрался весь Синедрион вместе. But we see it also included rulers. Также мы видим, что среди них были начальники. The 24 high priests. 24 первосвященника. Who were Sadducees. Которые были саддукеями. It included elders. Также в это количество людей были включены старейшины. И среди старейшин были фарисеи. It included scribes. Также также были включены книжники. And they would also have been Pharisees. И также среди книжников были фарисеи. And it says that they came together in Jerusalem. И сказано, что они именно были вот собрались в Иерусалиме. According to verse 6. Согласно шестому стиху. The family of the high priest was also present. Там также была и семья первосвященника. This included Ananias, his son. Его семья первосвященника включала Анну, первосвященника, его сына. His son was Иоанн был его сыном. And other members of his family. Yeah. You have the Kohen, it says Anan the Kohen Agadol. It was Anan, and then it was Caiapha, was his son. Каяфа был сыном Анны. But you also had other members of the family there. Также были другие члены семьи. Caiaphas was also there. И Каяфа там был. In verse 7, в седьмом стихе, they make their question. Они задают свой вопрос. And they ask by what power or in what name. Какой силой или каким именем это вы сделали? Have you done this? In the Greek, there is here an element of scorn. В греческом мы можем проследить в этом вопросе элемент неуважения. It was said in a sense of, who do you think you are? Или насмешки. То есть это было сказано. Или мы можем, то есть это было примерно так сказано. Кем вы себя возомнили, да? Coming here, trying to tell us something. Пришедший сюда и пытаясь научить нас что-то. That was the tone of their conversation. Это был тон их разговора. Literally, they would have said something like this. Дословно они наверное сказали что-то похожее на это. By what power did you do this? People like you. Какой силой сделали это? Такие люди, как вы. It was in contempt of what they had done. Это у них было недовольство тем, что сделали апостол. In contrast to divine power, в противовес или в контраст божественной силы, they used a word which means just authority. Они использовали слово, которое здесь названо какой властью. Okay. By implication, they were saying that the apostles acted illegally by some kind of incantation or some kind of magic. Но еще там другими словами мы можем понять, что они говорили, что апостолы действовали некой силой магии, что ли, или, скажем, если кто просто обладал Петром. I think maybe in the natural Peter would have been very much under the impression of the circumstances. Я думаю, что по-настоящему, в действительности, Петр находился под таким впечатлением всего того, что с ним произошло за короткое время. This little fisherman from Galilee. Этот небольшой рыбак из Галилеи standing in front of the Sanhedrin, стоит перед Синедрионом and the rulers and elders of Israel,
и правителями и старейшинами Израиля. In the natural, quite overwhelming. В действительности это достаточно впечатляющий такой момент. Yeah. But because the Holy Spirit within him. Но из-за того, что Дух Святой в нем, он начинает говорить. He began to speak words that God gave to him. И он начал говорить те слова, которые Бог ему дал. Remember, it being said to them, "Don't be afraid when you have to stand before kings or rulers." Помните, когда Иешуа говорил: "Не бойтесь, когда вам нужно будет стоять перед правителями и царями." Когда это произойдет, вам будут даны слова, которые вам нужно сказать. And this is one of those cases. И это один из тех случаев. For the first time, Peter, a member of the apostolic group, впервые Петр, член апостольского группы апостолов, has a chance to present the message directly to the leaders of Israel. Впервые он имеет такой шанс поделиться посланием именно прямо с лидерами государства, с лидерами Израиля. And as we say in English, he didn't mince words, he spoke straight out. И у нас на английском есть такое выражение: он не просто говорил слова, а он как бы провозглашал их прямиком в сцену. Okay. He didn't put his hand before his mouth, but he spoke the words strongly and clearly. То есть он как бы не замешкавшись говорил, но говорил их с дерзновением и с силой. He began by explaining the miracle in verse 9. Он начал объяснять, мы это видим объяснение в 9 стихе. And he pointed out the irony in that the apostles were being interrogated because of something good that they had done. И он здесь как бы с иронией говорит, что их задержали за то, что они сделали нечто хорошее. Обычно людей приводят перед судом за то, что они сделали что-то плохое. Но здесь их судят за то, что они сделали благодеяние человеку, что-то хорошее. И даже тот человек, который был 40 лет хромой, его также притянули к ответственности перед судом. In Peter's reaction also there is a sense of sarcasm. И в реакции Петра мы видим некий сарказм. He's saying, we did something good, we didn't commit any crime. Он говорит: мы же сделали хорошее дело, мы не сделали никакого вреда. Почему нас? Why are the police harassing us? Why are we here? Почему нас задержали? Почему мы здесь находимся? And then in verse 10 he says, "But let it be known to all of you." И в 10 стихе он говорит: "Но будет известно всем вам, всему народу израильскому." And all the people of Israel. Всем лидерам народа израильского и всему народу израильскому, что мы сделали это именем Иешуа, Иешуа Хамашиах из Назарета. It was in that name, это было of the one who you crucified. Это действие сделано именем того, которого вы распяли. We should not miss that it was bold of Peter at this moment to charge the leadership of Israel with murder. Мы должны обратить внимание, не пропустить, что у Петра было, у него достаточно много смелости было в том, чтобы так говорить лидерам народа. He looks him right in the eye and said, "You did it." И он прямо в глаза смотрит и ему говорит: "Вы сделали это." Okay, you maybe handed him over to the Romans, and they were the ones who actually nailed him to the cross. Вы как бы, вы отдали его римлянам, и они, римляне, пригвоздили его к кресту. Но вы его привели к ним, к римлянам, для распятия. And he says, "What we have done in the name of the one you crucified." И он как бы говорит: "Что же мы сделали? Мы
сделали это именем того, кого вы разбили. He goes on to say, but God has raised him from the dead. Но Бог его воскресил из мертвых. He's saying here, God has overruled your decision. Бог, он возобладал над вашим решением. Okay. God's answer to them was, you want to kill him? Божий ответ им был, вы хотите его убить? Но он все равно мертвый, ой, он все равно живой. And then he answers the other question of leaders. И потом он отвечает на еще один вопрос лидера. By what power? Какой силой? It was in the power of the resurrection. Это было в силе воскресения. The power of the resurrection. Сила воскресения. The next phrase, in even in him does this man stand before you whole. Следующая фраза, которую мы читаем, и даже им он поставлен, этот человек хромой, перед вами здоровым. Shows that the man was there. И судя по этой фразе, мы понимаем, что этот хромой человек был также там. Он также был заключен с Петром и Иоанном. He had the privilege of spending the night in jail with Peter and John. У него была привилегия провести ночь в камере с Петром и Иоанном. I can imagine that they had quite a talk. Я могу себе представить, что у них было время поговорить. For the first time in his life, this man was able to walk. Впервые в жизни этот человек смог ходить. He leaped and jumped and praised God. Он прыгал и славил Бога. And then suddenly he finds himself in jail. И потом вдруг он находит себя в тюрьме. Talk about getting a cold shower. Это как бы что-то принимает холодный душ. He found himself in jail overnight and on trial in the morning for being healed. То есть после всего он оказывается в темнице ночью и утром еще его судят. I can imagine he was possibly a little confused. Я мог себе представить, что он немножко был в замешательстве. Okay. In verse 11. В стихе 11. Peter goes on to say this: This Yeshua is a stone rejected by you builders, which has become the cornerstone. Петр говорит, что Иешуа есть камень, который пренебреженный вами. Okay. He is quoting here from Psalm 118, verse 22. И он цитирует Псалом 118, стихи 22 по 20. Yeah, Psalm 119, verse 22. 22 стих. Yeah. Okay. 18. You need to understand that Peter is constantly referring back to scriptures. Нужно понимать, что Петр постоянно он обращается к местам из Писаний. He's saying, he's approaching them in a way and saying, hey, you guys, you know scripture, yeah? И он как бы подходит, ну как бы говорит им, ребята, вы же знаете Писание. Okay, this is what has been written there. И вот что там написано. And you are the ones who are now doing it. И теперь вы являетесь теми, кто именно вот делает вот такие вот дела. The builders in this case were the Jewish leaders. The builders. Those who build houses. Строителями в этом случае являлись лидеры, иудейские лидеры. Okay. They were the ones who were supposed to be building the community, building the faith of the believers. Должны строить веру общества. And these are the ones who are rejecting the Messiahship of Yeshua. И получается, что именно они как бы отвергают то, что Иешуа есть Мессия. And they're guilty of leading the nation, not just themselves.
И получается, что вина не только в том, что они сами для себя отвергают Ишуа как Мессию, но и также и в том, что ведут в этом весь народ. This rejection was indeed predicted in Psalm 119:22. Но мы читаем в Псалме, что это отвержение было уже пророчески сказано в Псалме 121. And it serves as a firm accusation of the Jewish leaders. 122, yes. 119:22. 117:22, yes. But this very one that they had rejected has now been made the head of the corner. Но тот, которого отвергли, он сделался главой угла. This is a reference to the exaltation of Yeshua. Здесь, в этом стихе, он возвышает Ишуа. He doesn't say that here, but he knows that Yeshua is now sitting on the right hand of the Father. He knows? Yeah, he doesn't say that here, but Peter does know that. Петр здесь не говорит о том, что Ишуа сидит по правую сторону от Отца, но он знает это и говорит это другими словами. Yeah. The, actually, he didn't use the exact words which are written in 119:22. И в действительности здесь он не использует точную именно вот фразеологию, которая использована в Псалме 117:22. Поэтому мы здесь встречаемся еще с одним методом, еще раз встречаемся с одним методом интерпретации Писания. And this is known as the literal plus summation. И этот метод называется дословный плюс суммация. Yeah. To bring things together. Yeah. Когда мы берем некоторые вещи и соединяем их вместе. In other words, you take the literal text. Другими словами, когда мы берем дословный текст. And you sum it up so into a smaller section. И как бы берем именно главное оттуда, подсуммируя и делая из этого небольшой вывод. Okay, you understand that? Понимаете? Yeah. Okay. You with me? Good. Okay. In verse 12, he talks about the means of salvation. В 12 стихе он говорит о том, каким образом мы спасаемся. Okay, there is salvation in no one else. Он говорит, что нет другого имени. For there is no other name under heaven given to mankind by whom we must be saved. Данного человека, которым надлежало бы спастись. He's sort of a little bit rubbing it into their face. Он как бы берет и трет чем-то, натирает лицо. He's sort of telling them, you think you have a way of salvation. Он как бы лицо говорит, вы думаете, что у вас есть путь спасения, ну вот путь спасения. But there is only one way. Есть только один путь. And that is through Yeshua. И этим путем, этот путь через Ишуа. This is the messianic salvation which is spoken of in Acts chapter 5, verse 31. Это спасение, мессианское спасение, которое, о котором говорит Псалме 117. Which Psalm? So in Acts 5:31. Извините. В Деяниях 5:31 мы встречаем об этом. We'll come there after a while. The very name by which the healing was done is also the only name by which one can be saved. Но мы вернемся к этому стиху еще, когда мы будем проходить пятую главу. Так, мы читаем, что нет другого имени данного человека, в котором надлежало бы спастись. Okay, we should not miss the contrast with verses 10 and 11. Нам нужно не пропустить здесь контраст, который мы видим между 11 и 12 стихами. Okay, Yeshua, the Messiah. Ишуа является Мессией. Who they crucified. Которого они распяли. But God raised.
Бог воскресил, who they rejected, которого они отвергли, but God exalted, но Бог возвысил, is the only name available for salvation. И это имя является единственным именем для спасения. The clear teaching of verse 12 is therefore. И четкое явное учение стиха verse 4. Now, the clear teaching of verse 12 is therefore that a person must believe in Yeshua to be saved. Четкое ясное учение, которое мы извлекаем из 12 стиха, это то, что человек должен поверить в Иешуа, чтобы спастись. He must have a conscious faith in Yeshua as being the Messiah. Человеку необходима осознанная вера в понимании того, что Иешуа является Мессией. Okay, in verses 13 to 22 we see how the Sanhedrin reacted. И дальше мы видим реакцию с 13 по 18 стихи, мы видим реакцию Синедриона на section, ответ Петра. В этом разделе the decision of the Sanhedrin can be divided into six different points. И мы можем разделить решение, которое принял Синедрион, на 6 главных моментов. Okay, the first one. Первый момент. The observations of the Jewish leaders. Это наблюдение лидеров еврейского народа. Secondly, the private counsel of the Sanhedrin. Второй момент – это they went apart together without. Второй момент – это закрытое совещание. Okay. Thirdly, the decision of the council. Третий момент, который произошел, это решение этого закрытого совещания, которое произошло с Синедрионом. Fourthly, the response of the apostles. Четвертый пункт – это ответ апостолов. Пятый – the response then of the leaders. Является ответ лидеров. And sixth, и шестым – the significance of the miracle. Величина или значение этого чуда, которое произошло. Okay, well first take a look at the observations of the Jewish leaders. Okay, you got all that? You want me to repeat those? Давайте еще раз повторим. Yeah. Firstly, observation of the Jewish leaders. Первое – это наблюдение лидеров. Second – the private council of the Sanhedrin. Второе – это закрытое совещание Синедриона. Third. Третье. Decision of the council. Решение этого совета Синедриона. Fourth. Четвертый. Response of the apostles. Ответ апостолов. Five. Пятое. Response of the leaders. Ответ лидеров. And sixth, the significance of the miracle. И шестое – это величина или значение чуда. Okay, observations of the Jewish leaders, verses 13 and 14. Итак, смотрим теперь с 13 и 14 стих наблюдение лидеров Синедриона. Okay. Что же они увидели? Should I read? You can, just a second. 13 and 14. 13 and И сделали некие выводы. First of all, they saw the boldness of. Во-первых, что им бросилось в глаза, это смелость Петра. Uh-huh. Да? This shows that, or it says both of Peter and John.
вернее, тут сказано даже обоим, Петра и Иоанна. Я думаю, что это также означает, что Иоанн также что-то говорил. But for some reason Luke did not record what was said. Но Лука по неким причинам не записал то, о чем было сказано. Okay. Possibly because he is concentrating on the ministry of Peter and Paul. Возможно, потому что Лука был более сконцентрирован в своих описаниях на служении Петра и Павла. But although Peter takes the lead here, но Петр берет здесь как бы ведущую роль. I can sort of imagine John standing next to him. Я могу себе представить, что Иоанн стоит рядом с ним. Saying, Amen. Говорит, Аминь. Preach it, brother. Давай, брат, проповедуй. Give it to them. Дай им, покажи им. Okay. It would be encouraging. Он ободрял. Something we need to do more, maybe. Иногда нам тоже нужно больше ободрять. Okay, but they were both expressing themselves with boldness. Но мы видим здесь, в этом смысле, что они обои были смелыми. The second thing that the leaders noticed was that these were what they called unlearned and ignorant men. Вторая вещь, что они приметили, это то, что Петр и Иоанн были не книжные и простые. What this meant to them was that they had not been in their school. Что это означает? То, что они не прошли школу. They had not attended the rabbinical school, so они не прошли раввинистическую школу, поэтому they were considered ignorant. Их считали людьми простыми. It's interesting to note that they said exactly the same thing about Yeshua. Еще интересно то, что так же самым говорили о Иешуа. And you can read about that in John 7:15. И можно это прочитать в Иоанна 7:15. Заявление о том, что Петр и Иоанн люди простые, означает, что они не думали, что они глупые. They were what we would term laymen and not scholars. Но означает то, что в нашем нашими терминами, что они были не обученными людьми. And because of the way they reacted, this surprised them. И видя их ответ, те слова, которые они говорили, okay. Это удивило. The word used sometimes here in English is that they marvel at the way they responded. Они находились в удивлении на, в ответ на. In the Greek, it's in the continuous sense, yeah. На то, что Петр сказал. В греческом мы видим это слово используется в продолжительном времени. To begin to marvel and to keep on marveling, you know. Это слово в смысле удивляться, начать удивляться и находиться в этом продолжительном состоянии удивления. Finally, they realized also that these acknowledged that these had been with Yeshua. Потом они будто бы внезапно осознают, что это знание, которое у Петра и Иоанна, это знание от Иешуа. Okay, the Greek tense points out that they began to recognize them as men who had been with Yeshua. Дальше мы видим, что и здесь греческое слово сказано, что они узнавали их теми людьми, которые были с Иешуа. Okay. So maybe they began to remember, hey, I've seen him somewhere before. Поэтому, может быть, как бы начали так вспоминать, о, я тебя его видел уже раньше. Okay. We'll take a break. Хорошо, у нас перерыв.